Я уверен, что сегодня кабинет министров поддержит Сергея Князева, он станет вторым главой национальной полиции. Я знаю Сергея Князева с 2014 года, как непримиримого борца с преступностью, как прямого открытого человека, который прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до главы национальной полиции. Этот человек никогда не сгибался под пулями, он был на переднем краю, в Маринке, в Волновахе, выполнял свои обязанности на самых горячих точках Донецкой области. И я знаю его как настоящего профессионала, который работает по принципу Глеба Жеглова, что вор должен сидеть в тюрьме.